Салют, пацаки и дамы. Как ваше ничего? Я сегодня пью и курю аж кудишечки. На корпорате у Скади. Чайте, приветики. Представьтесь. Боху нам. Сегодня вот Кирилл есть даже. А этого я человека... Троян in the house. Троян in the house. А этот человек? Воскресенский. Какие? Воскресенский, пожалуйста. Не люблю большие сиськи, да, моя грязнули скинь. Я тебе говорил, там есть два трека, два... Скачал? Здорово. Здорово. Привет. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Чатик, хай. Как вы? Брат мой, чё? Сегодня мы вот такие красивенькие. На корпоративе. Настроение корпоративное. Давай просто смотрите. Пинк виски хочет въебать. А я что делаю, это что, по-твоему? Идем-ка пообщаемся. Виски только после стрима. В формате небольшого интервью, бро. Да, конечно, чистый. Бро, мы вообще не поддерживаем никакую хуйню. Только чистый. Мяу. Давай. Представься сначала, скажи, вот это уже. Садись. Знают уже они. Знают уже. Просто голосом своим скажи. Скажи с голосом, тебя поймут, давай. Здорово. Здорово, Агалы. Это уж какой-то скален голос. Сколько чистого-то? Ты пойдет. Хочешь, чтобы я тоже чистым делал? Алкоголики. Только поровну наливай. Ему? Вот столько ровно. Пойдет. Вот это покурить. Рюкзак Hello Kitty нужен тебе? Так, бро, откуда ты, пожалуйста? Давай, давай, на стриме. Я из Беларуси. Можешь открыть, плюс? Как в Беларуси, бро, вообще, ну, ты там вырос, ты там родился. Да, я там вырос. Выпьем за это. Сейчас, подожди, мне за пивон дадут. Я думал, вы не запиваете. Сырочком закусили. Не, мы-то не запиваем, но мы-то не в Беларуси, правильно? Угу. А дайте мне хамончик. Вот это? Это не хамончик. Чего не допил-то, братик? Тяжело. О, как возникла идея, но для Ника? Моя идея для Ника возникла, я спиздил фамилию своего друга ВКонтакте. У него было... У тебя ОКР? У меня тоже. Че? ОКР у тебя? Что это? Я не ему. Компульсивное расстройство. Да. А, нет. Не любишь часто. Ты в КВД ходил? Ну, не, у меня есть. Что это? Я не знаю. А вон там знают, говорят. Зачем сделал вкл? Да хуй знает. А сколько тебе лет? Мне 18 лет. Тебе 18 лет. Нихуя себе. А сколько скажете? Да кого тут 22. 22, 22 я подал. Не-не-не, я была 18. Не-не, постарше. Первый раз на стриме. Ну так, да. Ну я появлялся, куришь, по-моему, на показе. Драгонюша. Не, на Нюша альбом презентовали. Ты Нюша слушаешь? Да, и у них там есть на альбоме. У Нюши он был, да. Угу. Расскажи. Нюша, это очень круто. Нюша крутая? Да, Нюша классная. Можно теперь? Да. Да? По-любому. Нюша, короче, это NK, Шеловец и Юник. Тип сокращений. А чё это? Нет. Вот все думали, как их можно назвать по-быстрому. Подожди, он всё-таки не у Нюши был, а у этих? Да. Ой, понятно. Не говори так. Не, у них чёткий альбом. Мне понравился. Ань, ты лучше на белорусов не газуй, реально. Меня прынули в... Ой, ну в смысле, в GTA 5 RP Оксимирона делали, конечно. Было в GTA 5 RP, мы играли, меня там прынули, да, реально. А на каком сервере? Majestic 3. Понял тебя. Спроси у Скали, что он думает насчет Heroin Water. Вроде не думаю. Сделал бы совместную песню? Непонятно. Надо вживую встретиться. С Воскресенским сделал бы. Может быть, есть уже такая песня? Может быть. Непонятно. Понял.
Какие бифы ты хотели слышать? А может там запретка есть, подожди. Я же не знаю, не помню. Не, это похуй, это же музыка. А, ну, база. Можно, можно. Главное, не можешь запалить, похуй. Все, сейчас пул парт запалит. Парт? А кто же второй тогда? Непонятно пока. Трек Пау спизжен у спида? Да ну... Что такое трек Пау? Твой? Я хуй знает на твой? А, да. Ну да, спизжен. О, ну... Ну не, в смысле не спизжен. Почему тебе говорят, что ты Морген? Это ему, у него штатуха на лице. Нифига, только что было 200, бля, уже... Интервью, бро. Сколько лет ты занимаешься музыкой, ты скажи? Лет 5, может быть. Лет 5? Ну, если рэпом, то лет, ну, года 4-5. А с чего начинал? С подъездного русского? Нет, я в музыкалку ходил. Какой инструмент? Кларнет. Кларнет — это клавиш? Нет, это духовой инструмент. Но тоже с клавишами, нет? Ну, не сказал бы, что с клавишами. Там есть клавиши, но их очень мало. А вокал тоже был, соответственно. Хор был, но меня реально оттуда выгнали. Где? Из-за голоса? Непонятно. Надеюсь, что за поведение. Я в Москву приехал сейчас, в Гомеля, не с Минска. Я пиздец, я ходил, осматривался, я тебе клянусь, это просто вот, блядь, как у тебя там, Резники 2.0, это, ну, просто вот. А там заброшки есть? На моем районе нет, но есть. Гоняли бы с пацками угорать или нет? Сады Пекина, езжай, потом приедешь. Да, не, на районе есть одна. Там собак, короче, завезли, ставят, чтобы туда не гонять. Короче, гоняли. Короче, гоняли тебя еще. Пин, говори толсто. О, за... Ты что, в музыке не был, что ли? За культуру? Давай грузинский нормальный тост, давай, делай нормальный тост. Я за то, чтобы музыка развивалась. Подожди, что да, я тоже встал. В России, во всем мире, и в Беларуси, вообще везде. За развитие музыки. За культуру. Все, это вот есть. Такой толстой грузинский. Ну, все нормально, сказал. Да я, да блядь. Давай-ка, может, ты скажешь? Нет, я не понимаю. Я давно был в Грузии. Ху, ебать. О. Жо звонил, Жо звонил, привет тебе. Жо звонил, привет тебе, придумал. Да? Скажи ему, что в Телеграме не связь. Что было? Угар лютый был. Кирилл, сюда иди. Кирилл. Так, кто смотрел? Влог Бека кто-нибудь смотрел? Вот этого человека знаете? Кирилл. Звездный час, Кирилл, твой. Что делать? Короче, рекламируй мой тур, который скоро будет проходить. Рекламировать? Ну, конечно. Скоро тур. Бля, билеты не купят. Здорово, чат! Короче, у нас, блин, с Пинком, вот он. Я буду зарабатывать деньги. Воскресенский, твои 50 рублей у меня. По всей стране. Каждый город будем заезжать, вот так каждому руку жать же. С каждым будем здороваться, говорить, вы что за бомбовые. Пинк будет, короче, выходить вот так вот. В центр зала будет выходить. Слэм, когда будет начинаться, он в самом центре этого слэма будет стоять, вот так крутиться, короче. У каждого будет возможность потрогать Пинка. Поэтому переходите на сайт, покупайте билеты, кайфуйте и скоро увидимся. Давайте. Халапеньо схаваем? Нет. Он говорит, это не халапеньо. Ну так съешь. Так нахуя мне его есть? Если это не он. Ой, блядь. Осуждаю, я таких... Пиздец, вообще, блядь. Я этого человека не знаю. Первые ножницы. Суефа. Ножницы Суефа. Опа. Ой, вышли. Ножницы. Так не, похуй, ножницы, давай. Не-не-не-не-не. Ножницы, я просто... Так ты проебался. Давай. Договора не было. Давай, озвучь. Суе. Обраточка, давай сразу потом. Это уже интересно. Без ножниц, давай сразу так. Давай. Ну со спины. Слышь. Со спины, че это такое? Раз, два, три. Не, я эту хуйню первый раз вижу, блядь. Не, ну у меня тоже все исполняет. Я буду зарабатывать деньги. Ты сказал,
В Кали Хавай Перчик. Спасибо за внимание. Все, давайте сложимся. Я буду зарабатывать деньги. Мужики, у моего младшего брата сегодня днюха. Скали, пожалуйста, поздравь Мона. Что говорит, не халапеньо это? Говорит, не халапеньо, сейчас попал. Полный, полный, целый. Целый? Вы что, ёбнулись? 5к донат был еще. Не было. Не было, не было. Это не острый. Хавай, хавай. Ну чё, чё, чё? Да ничего не будет. Хуйня вообще. Нет, не халапеньо. Не. Йоооо! Не, не, оно острое, оно острое, но не сильно. Из 10 сколько острота? 4. Олег, попробуй. За вас духаны извиняться ему надо. Ебать. Не будет, да. Вкусненько? Нет. Ну, типа, оно острое, оно острое. Ну так, на четверку. Кирилл, давай ебани. Кого? Сальтуху, да, давай заднюю. Не умею. Нет, я заднюю в целом не даю. Скажи тоже, ты же в финале был. Скажи тоже на сколько. Давай попробуй. Давай. В туалет пойдет сейчас. 4 бара. Не, она придет. Да? Сначала вообще не успел. Чуть подожди. Кирилл, что у тебя за тень такая? Я буду зарабатывать деньги. Пусть Скали тоже скавает, я уже 10 казах. Давай еще ты так, я 2-7. Не-не-не. Бро, 10 тысяч закинули, чтоб ты... Так твои бабки же. Вообще он полоблен. Я вообще не острый. Слива, слива есть. Понравился? Охуенный. Слива будет кто-то? Давай другую хуйню какую-нибудь за это сделай. Какую другую хуйню? Давай другую хуйню придумай. Я могу сальто сделать. Давай сальто, вообще не острый. Либо не сальто, если не жёлт. Я могу ебать. Либо не, давай. Не, ну жёлт другой. Чуть-чуть. Ебани сальто, слышу. У тебя там капля, бро. Ебани. Ты хочешь есть? Не-не-не. Иди со мной. Давай. Показывай. Пинг, ты готов? Подожди, я еще вызову. Походку давай, походку. Какую? Вот эту, давай. Давай. Со стола делай. Делай. Слушайте, это токсис. Делай. Отойдите. Делай похуй. Делай похуй. Да делай. Я на самом деле не умел, первый раз попробовал сейчас. Привет, обзор на пасту карбонара. Meet and greet беру. Так есть? Ну да, в конце. Не мешай! Не буду, бро. Не буду, все, сори. Соус невкусный. Бро. Так это ж бесплатно, не жалуйся. Слышь, Поляна пишет. Респект Поляне. Винку гашеную. А ему же... по-моему, Кирилл ей угашен. Я пьяный просто. Ну ты как ребенок, посмотри, что он делает. Ты заебал, чел. Напишите, осуждаю в чат. А у меня нет больше алкоголя. Тебе голос похож на Марика Маракеша, знаешь такого? Суэйн-эн-бэ. Не слышал о таком пока. Уэйн-эн-бэ, ты не знаешь? Как КВН? Я тоже не знаю. Не знаем таких мы. Кого знаем? Знаем мы Скали. Я буду зарабатывать деньги. Скали, я сегодня не... А то кто скажет, что ты делаешь вообще? Он, ну вот, бля, ты пиздец, Пинк. Ты вообще не по-крестьянски. Я уже говорил, ты скажи. Так ты уже выпил, кто говорит после того? А я еще раз выпью. Нет. Извиняйся. Надо, пей. Пинк, извинись на камеру. Не извиняйся. Я не буду извиняться, мне похуй вообще. Нет, он выпил. Что значит не за что? Он выпил до тоста. Это мой стрим, чувак! Если ты не понимаешь, я могу тут делать, что хочу. Я сейчас включу режим гэнгстера, если тебе... Чел. Ты хочешь сказать, если бы мы играли сейчас в GTA 5 RP, у тебя были бы ножи с собой, да? Чувак, если бы мы сейчас играли в GTA 5 RP, у меня не то, что были ножи с собой, у меня были бы с собой
такие ребята. Вот просто чат. Хотя бы чего за 12 лет не пить. Ты чего за чувак? Смотри, мне здесь, понимаешь, вот с кем мне пить? Человек, который мешает, блядь. Ебать. И человек, который пьет до тоста. С кем мне пить, просто расскажите. Извините, а можно, пожалуйста, еще разочек вот такую историю? Нет, ответь на вопрос. Ответ. Кому? Ответ дай ему. Он же сказал, что с тобой пить не надо. Я не мешаю, я размышлю. Я так не сказал. Ты я вообще спросил, ты как будто пить. Мешаешь, в общем. В целом. Не, ну просто пацаны, приезжайте в Беларусь, вам там расскажут, покажут. Я в Минске два раза был. И ты бухал там? А это Европа считается? Ну так я не бухал, так бухни в Минске, я тебе говорю. А Беларусь это Европа? Это центр Европы. Не, ну реально, это часть Европы? Нет. Нет? Если ты про Евросоюз? Ну да. Нет, ну а про что же еще? Ну если по карте политической, то... Это пишут в Беларуси, и все не фа. Чё не говорят бывает. Такое? Непонятно. Я не был в Беларуси, не могу сказать. Приезжайте, покажу. А там есть море? Беларусь, Минска есть. Реально? Озеро, короче, ребята! А я у них со стола сальто делал, ничего. Тебе похуй вообще? Да. Они знают об этом? Нет. На стриме. Давай. Токсис! Токсис! Вот этот человек идет. И запретку сходу давай. Вот этот человек идет. Вот этот человек. Он даже не здоровается уже. Все, он звезду поймал. Он звезду поймал. Все уже. Не вижу, брат, без очков. Ты знаешь меня. Салют. А запретки? Спокойно, это твой стрим. Да, как-то дорого. Да не, кидани похуй уже. Да ладно, нигер. Охуенно все, там что? Осуждаю. Осуждаю, мы таких слов даже вообще не знаем. Да, бро, очень круто. Ты сейчас тоже будешь? Заебись там. А как именинника зовут, можешь сказать? Степан. Степан. Ну, Степа. Вот этого человека знаешь. Ты нахуя для Агли Стефана делаешь капы? Знает, он меня братик мой, потому что. В инсте я видел. Чифухо. Видел. Чего конфликт? Порешаю. Спросите. Порешаю. Не, нормально порешаю. Че было-то? Че было-то? Мне. У тебя стоит спросить. Ты решил меня сдать, да? Да, брат. Ну ладно, все нормально, брат. Не, я правда не видел сообщение. Ты мне что-то списал? На серьезно? На серьезно вообще? Сорян, я после тусовки можно прочитаю? Да, вы за. Да я просто зал встретиться вообще. Богдана Бесова знаешь? Знаю. Ну значит, точно прочитаю. Так оно прочитал. Второй раз. Такие они деловые, я не могу. Да не, мы на добряк флоу сегодня. Мы вообще всегда на добряк флоу, нет? Да, ноубиф. Ноубиф, детка, я вампир. Ты что голос сорвал? Ну, братан, вот что-то вот понял. Вступаешь дохуя сейчас, да? Бро, да. Есть такое, я вот после двух капель сюда смотри. Хорош. Много работает, бро. Конечно, много работает, бро. И вот сюда. То есть ты понимаешь, где гэнгста? Ну. Мне бро, черная Force Energy, это жестоко, конечно. Это мясо. А где покурить тут можно? Праву? Что? Давай зажим задочки, я тебя отвалю. Осуждаю. Шучу, братан. Не, чувак, я на этой темке, знаешь, только был один раз в GTA 5 RP. Больше не было. Один а раз... ты типа стримишь только Влад сегодня? Или ты тоже? Да он по жизни только стримит. Не выступает. Он по жизни стримит даже. Ну, пацан, не говори. Я же знаю, что это неправда. Он же обложки делает по жизни. Ну, бро. Нет, он еще... И поет. И ку, куда, за... куда, ку, куда заслать битов? Это что? А куда битов? Был, не вышел. Да, у нас есть охрененный трек с Владом. Охрененный, думаю? Да. Ну, так выложи. Пока он на хайпе. Конечно. Пока на хайпе. Дане не понравился. Мы спешаем. Я Поляна. Это Лил Дракхилл. Я Лил Дракхилл, я Поляна. Еще я Дозер и Сквидвард. Кстати, да, Дозера больше похож, чем на Поляну. Не на Халм похож, на Воскресенского похож. Чипс. Надо увидеть биты, кому нужны, пишите в ЛСП. Какие биты? Я и Випа. Микс, Випа, прот. Куда заслать битов? Ку. Воскресенский.
больше, бро, реально. Типа мы же ему с Випо полностью альбом продюсируем. И с Кристал. И с Кристалом, да. Нет, без хуйни. Всё. Охуенно. Поэтому все круто. А больше не будет алкоголь? Кстати, сегодня после самолета только сразу прилетел. Все, рад был увидеться. Все, приятно было. Да, пока. Говорит, пока на хайпе. А? Пока на хайпе, говорит. Да, Ань, ну высказывание. Это был токсис, я в шоке. Непонятно. Как будто так не стоит говорить. Бро, у меня тут еще чуть осталось. Вы алкоголики, ебаные. А у меня тоже еще чуть-чуть давай. Осталось. А давай сначала... Тост. Конечно, Данек. А Данек, красавчик, скажи тост нам. Давай, тост. За то, чтобы все было заебись. У тебя музыка, у тебя на стримах. А в музыке. И в музыке тоже. И в музыке тоже. И у меня я стримить буду скоро. КС-очку буду стримить, готовьте нажимать. Надо. Ебаный. Какая? Залетела тебе? Не, нахуй, я залетела так. О, и соус еще я не дал тебе попробовать. Ух ты какая. Есть же. Стоп, стоп. Если что, не путаем, это мой парень. Хорошо? Базану ноль. Не люблю большие сиськи, да, моя грязнуля скиня. И она имеет жопу, да, малая, тряси. Эй, давай, гоу. Тряси, мы в категории русское порно, но не из России.